Ленинский райсуд приговорил бывшего вице-губернатора по строительству Дмитрия Хвостова к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 28 миллионов рублей. Хвостову инкриминировали 4 эпизода получения взяток от владимирских застройщиков, сумма которых превышает 20 миллионов рублей. В отношении самих застройщиков уголовные дела по факту дачи взяток прекратили в связи с их раскаянием. Бывший высокопоставленный чиновник своей вины не признает и считает, что дело имеет политический характер. В последнем слове Хвостов говорил про свидетелей по делу, которые давали понять, что на них оказывалось давление. Государственный обвинитель просил дать бывшему вице-губернатору 14 лет колонии строгого режима и штраф свыше 1 000 000 000 рублей. Судья дал на 3 года меньше, учитывая, что в местах лишения свободы Хвостов находится с октября 2016 года. Сидеть ему с учетом сегодняшнего приговора остается 9 лет. Впрочем, адвокаты еще могут обжаловать решение судьи. На это у них есть 10 дней.